Очень-очень все просто, блядь. И сразу будешь топ-рылом, блядь. Начни с десятки обычки, придешь в кару обычку, выбьешь. Блядь, метеоры падают на последней боссе. Пиздец, там 1000 IQ надо, чтобы смотреть, куда они, сука, летят, блядь. Ну, ошибся разок, вайпанулся, в следующий раз убьешь, блядь. Сложность стоит, да? А чё это челики на замене? И чё, не, сейчас никто почилить не хочет? Ушастик, я хуй знает. Чё, это танк, что ли? Чё? Ну, это новенький, он кот мейн. Кот? Ну да, ну он феррал. Ну, у меня медведь есть. Сколько, медведь. Сколько в коте даешь? Медведи чё танчил? Не знаю, я еще первый раз иду. В медведи чё танчил? Обычки. Обычки какие? Кару, блин. Ну, я так понял, его взяли посмотреть, потому что рейд сильный. Да. Поскольку такой... он новенький. Сколько? Да, ни разу в хэйме не был еще. Ну, если посмотреть, то пусть танчит сразу. Сколько хп в медведе? Блин, 1070, наверное, будет под бафами. А вихрь жму, я не помню, мне нормально дает? Да вроде нормально. Он уже не первый раз ходит. Блять, друидов да хуя тут нахуй. Ебать. Ну, разбавить хочешь? Пусть тебя заберут. А, я же РЛ, все себе заберу. Это маги, кто-то хочет в субботу пойти? Точнее, кто-то может в субботу пойти? У кого один перс? Сейчас почилить. На ГМХМ хотя бы. А ТТГ не знаю. Возможно тоже. Маги не отвечают. Шаманы. Так, Покемонич. Тебя он свечу. И так за меня. Не, другой еще кто-то, кроме Покемонича. Ну, я так, почилить. Паладин может почилить. Не, я же спрашиваю. Оба. Я понимаю, что все могут почилить. Дайте ЕПшку, мы почилим. Ты на магии чилить будешь в субботу. Приду. Ладно, маги не отвечают. Из друидов кто может в субботу пойти? У кого один перс? У Дикона 2. У Мэтфокс у тебя один. Мэтфокс на субботу идешь. История, заходи на ШП. Так, это что за шаман? Вот этот Рейс Фейс. Энхршам. Энхршам. Что в Ршаме шаришь? Нормально? Какие инсты закрывал? ГМХМ ТТГ-25 закрывал? Шаман. Так, в хэм не был, на субботу. Синтек, заходишь в рейд. Давай я тоже на субботу, потому что за мной скоро приедет дальнобойщик. Я его катать буду. Что такое, блин? Пиздец, это звучит. Да-да, как работа. Натуре. Ну мне просто надо уехать как-то в магнитку. Вот. Синтек, почем так? Я договорился со знакомым дальнобойщиком, он мимо будет проезжать, вот. А, то есть у тебя это уже с ним не первый раз будет. Да, потом будет меня жестко ебать. Макса, а по любви хоть? Конечно. Ну, добренько. Без любви не даем, да. Ладно, этот самый Race Face, ну, допустим. Ты шаришь вообще это самое? Как хилить там все, вот эту цепуху нажимать, да? Мистери. Шаришь. Да, пропуск рейда и заебли дальнобойщика. Тут даже я микрофон включил, это уже интересно. ПС сразу включился такой. Опа. Это заходит? Так, а что у нас в гильдии? Два лока только? Мне просто интересно, блядь. Мистерия некромантика? Ну, последнее время только их видно. Да. Слышишь, этот некромантика, ты что, токен не строил в карьере? Я тогда офнулся. Неа. А хули вы ему токен не дали? Кто и забрал, интересно, два токена? Скажите мне, и на какие спеки? Кому там сейчас 5 минут и Песа будет еще тоже писался в WhatsApp. Но надо кого-то в это выкидывать на субботу. Кто на субботу, кто сейчас в первых 5 пати может пойти? Бля, я бы, если бы уверен был бы, я вообще без базара, но у меня жена в субботу отдыхает. Там, короче, могут быть оковы. Пес это, по сути, тоже один перс, он тоже может на субботу пойти. Ну, если он сможет вообще. Ну, если не сможет, ну, если зайдет на замену ИП, получит.
Ладно, допустим, так. Рябай, дай кулак по шаманам. Так. Мистери, ты тут, Диси? Да, да, я тут. Так, так, пацаны, у меня ты шо, у меня тут радости, я тебе говорю, жену вызвали на работу, так что мне похуй. Я двое суток играю, 3 часа сплю, опять трое. Ты шо, у меня... Мазохист. Я понял, это самый вопрос на засыпку, значит, ты в субботу сможешь? И, или ты сейчас лучше сходишь? Ну, а мне для, как вам лучше? Я могу и в субботу. Я, короче, так. Давайте, Султан, ну, слечу, короче, похуй. Султан? Поменяйте. Ну ты пока не спеши уходить, там придет, не придет ПС, я не знаю, может кого-то воткнуть. Ты пока... Давай, я пока просто... Если захочет кто-то в рейд... Вот ПС. Так, давай ПС тогда возьмем, тот рейд. Тот рейд, в принципе, должен быть нормальный, я хуй знаю, там, если Нурик будет, точно. А что, покемонов 8 закинули? Он на замене. А тоже, да? Всех приветствую в ПС лаунчер. Привет. Да, рынок. Обновляешь лаунчер. Короче, вы танчите там, кто там, Масон, Хулидринг, Лингрен и Ушастик. Ушастик, там в танк аспекте что-то ХП у тебя не видно поменялось. А ты чё, чилишь? Конечно, блядь. Надо, блядь. Саш какой-то, кто это? Так, 57... Новый код. 57-й код. Чё-то котов уже... Я в танка, я почилю. Готов перекап уже. Да не. Не в субботу танчить. Да можно взять новичка. Да можно взять, можно. Только это самое надо кого-то освичить, выкидывать. Допустим, я это... Меня выкини. Не. Как ты будешь перса тогда одевать? Ушастик сколько задонатил? Хуй знает. Сейчас печеньку заберу, скажу, забрал. У меня с 11 года аккаунт. Ну, этот, на аккаунте можешь посмотреть, сколько бонусов. Там и ноль. За все время с 11 года 1100, наверное, будет. А что за хант вот этот вот? Новенький, вчера залетел. Ага. Там еще и этот Зулджин. Ну, вот, это новую чару ты одеваешь или что? Шестик. Нет. А Шастик это кто вообще? Это просто новый чел? Да. А, даже имя не пишут в заметку. Я писал, ну говорил, вернее, не спрашивал. Мишка имя? Или кот? Александр имя. Почему так не заполняет нихуя? Бля, хули я? Я только сейчас вообще в игру зашел. Че, если трэш? Кому-то надо там место освободить, вы решаете, то меня выкидываете, что я все равно вот стилеру может вон в субботу. Смотрите, мне без разницы. Все. Александр же? Да. Ну локов точно разделить надо, некроматика, а ты как с субботой, нормально? Ну вон Фурик может. Да хз, честно. Не могу точно сказать. Этот, а Саш вот этот в Дисе? Саша, это Саша, если что, Александр тоже. Который код? Не в Диси, ну пускай в Дис заходит. А, да, наверное, не прочитал. Сейчас. Ой, где он у тебя там? А может и накидывал? Может быть и накидывал. Сейчас посмотрю. Нет, не накидывал. Лёха, а чё только 2 этих блатных сокета? Потому что один не блатной. В теле, видишь? Вы трэш там убили на магике, нет? Да, стоим опус. А, так, блядь, суманите. Хуя себе. Ну так бы, наверное, час простояли, да? В любом случае, бичами оказались, блядь. Винстиллер ушел. Так, Винстиллер ушел. Кто хочет в рейд? Закидывайте меня обратно. Нихуя не понял, еще раз. Ты лучше напиши. Султана обратно тогда. Султана. Вихрь же ему можешь почилить.
Так, видишь, вихрь жму, пока будь здесь. Раскол будешь биг дэму стакать. Так, эти замены пока кикну. Это самая замена, напоминаю. В конце рейда, в конце ГМХМ, когда убьем, будьте недалеко там, в Дисе где-то. Меня сломите тогда, пожалуйста, обратно. А вот я вот, да, вот по этому поводу хотел знать, а если я, допустим, пойду, ну вот в это, в субботу, это что, я и сейчас получу и пойду в субботу, что ли? Нет, если ты в субботу пойдешь 100%, то ты в субботу уже получишь. А, сейчас, то есть не прессовать, да? Короче, все, кто на замене, это все, кто могут в субботу. Сейчас, ну, получается, да. Типа, если ты не можешь в субботу пойти 100%, то ты плюсуешь. Вот ты зашел. Я тоже могу в субботу, если что. Кто? Кто это? Саша, который. Кто еще? Еще ДК. У меня еще ДК в гильдии, тоже второй перс. Как еще раз ты в рейде? Ты в рейде? Ушатастик. Ушастик. Ушатай. Ушатастик. Так. Ладно, можешь, но ты танчить будешь. Вот, спекайся, я почилю. Не-не, я тоже это самое чилить хочу. Этот самый... Так, ну кто там получается? Ну, Саш, на субботу тогда. Ты тут, в Дисе? Это, ну, долго. Короче, так, что мы распределим, значит? Масхон первый на боссе. Второй Хулидринг, третий Ушастик, Лингрен на трэше, на кубы. Так, Гольник и Шалфир. Вот четвертая пати вся, это самое... Совы, мы с вами в равных ситуациях. Это. Жрите это. Банки там, всю хуйню вот эту пейте. Масло мажьте. Сейчас пойду кубы поставлю, метки. Можете заходить уже, в принципе. Тут стойте за это, двери. Пристабафа нету? Пристов нет. Есть. Скоро будет. Да ебаная мышка, блять. Халявные банки выдают? Я знал, кизотарился, блять, БК банка. БК банки на данный момент можете использовать только в ЦЛК 25 гер ВР, 25 гер там. ЛКшные. Здесь. Типа они писька миллиметр увеличивают. Ну если увеличивают, то юзайте. Биг Дэм и Ностальгия стоят за воротами почему-то. Ладно, давай чекнем. Это что за... Кто там трейдал? Павла, дай на хп. Ну, кидайте обмен. Холидрин, а чего у тебя? Деньги закончились. А есть ЛКшные у кого-нибудь? ЛКшные? Дай трейд ханту. ЛКшные могу на апдейт. Деньги не закончились. Забыл зайти на АУКу. Масхон тут? Масхона нету. Вы нажимаете, да, блять, я для чего это сижу тыкаю? Думаете, просто по приколу, блять? Ностальгия. Мы так хуй когда начнем, вот. Отчет. Спасибо, спасибо за фласочку от души. Так, а Мишка танчил здесь? Нет еще. Так ну вы ему хоть бы какие-то задачи его определили? Сейчас, короче, объясним. Ты третий на боссе, первый масхон, второй... Полидринг, ты третий. Надо перетаунчивать босса во время каста. У него будет каст. Сокрушающий удар. Сокрушающий удар. Именно во время каста нажимаешь таунт. Если не успеешь, то танк сдохнет. Вот и вся твоя задача. Ну, надо будет подводить там, если что, босса под трэш. Это тебе скажут, если что. Самое главное там именно во время каста. Каст очень быстрый, одна секунда, там надо тебе успеть среагировать. Вы чередуетесь, три танка на боссе. Первый масхон, да, танец?
Первый Москон, да, да. Второй Холидрин, третий ты. И он каждые 15 секунд этот удар дает. Сокрушающий, он там 70 тысяч наносит. И под него сейф отдавай. Дубовую через раз. И через раз, когда дубовой нету, какой-то другой сейф. Допустим, ключ там. Что там еще есть? Крик на хп свой отдавай. Инстинкт. Там он больше не ДПС, 20 секунд на. Дайте столик маги. Да, кстати. Три секунды. Сразу герой. Мишка, готовься. Куда ты? Фу ты, блин. Через секунду готовься забирать. Каст будет. Вставай. Ну чё ты разлёгся, блядь? Вспышка 10 секунд. Кубы. Возле кубов встаём, возле своих. Сейчас каз закончится, будем нажимать. Нажимаем кубы. Всё, отпускаем, дальше пьём. Только на вот этот каст сокрушающий. Так, а зеленая лужа это что такое? Желательно в ней не стоять. Импы, бесы. Все, уешим. Возвращаюсь в центр Москвы. Скоро будет касс, стоим возле купов, готовимся. Вспышка. Так, вызов идет. Нажимаем кубы. Кто-то не нажал. Нажимайте быстрее. Ну бегите, сука. Круг. Бичи, сука, нахуй. Кто это проебался? Равист, нахуй. Босса переводим, демоны останутся, которые будем бить демонов потом, пока он в центре будет чилить. Проклятие диспелим. Помогаем магии, совы. Все, теперь в демонов свищ. Демонов сюда подводи. Сюда к звезду. Все в звезду идем. Грипуйте. Косты демоном сбиваем, стрел тьмы. Сначала демоны, потом босс. Служи, выходим, самое главное. На печати стопаем. Ну вот там еще какой-то лобзи появился. Так, я вижу два тотема слита. Этот самый, который рейс новый шаман. Можешь поставить тотем. Смотри, только во время этой не кастани. Печать на эти миссии. Вот сейчас стопаем каст. Все, дальше кастуем.
Вы видите, я не стопнул каст. Ну бас. Пол маны проебал, просто как будто и не было. ГП, ну. Не, для хила критично. Для совы еще как-то, блин, для хила пиздец. Пол маны проебать, это вообще, блин. А у Рейса, ну, у Рейса что-то мало стало маны, видать, тоже не стопнул, да? Проебал ману. Так, вот печать на мне, на Рависте, на Бидоне, на Песе и на Хулидринке. Вот Бидон, опа, кастанул. Пол хп и пол маны проебал. На Честере, на Зубраджине, на Висте. Лингрен проебает не в счет. Сейчас посмотрим, кто проебет с них. Стоп-каст. Опа, никто не проебал, блин. Выходит на бичи. Ну, если стоп-каст говорить, в принципе, можно. Вот. Две. Одна стоп-каст. Вроде не проебали. Или кажется. За всем не устыдишь все равно. Хуевая механика такая. 3 секунды стоп-каст, 2 секунды стопаем. Вроде не проебали. Ну это либо самому смотреть, либо чтобы кто-то говорил, кто на всех видит. Ну, ну и даже. Ну вот буду показывать эту хуйню. Печать добавлял просто стоп-каст. В воду, да? Да. Квест там кто делает, не забывайте взять эту хуйню, если кто-то делает. Вообще. Бля, я тебя не взял. Вот бычки сделают. Да я не про это. Не, он имеет в виду про этот. Про урну в Каругер. Это мозг Молчезара надо, да? А че, по две что ли печенье падает? Да, теперь по две. Нихера. Распыл нахуй, все. Печеньку на распыл нельзя. Жалко. Ну, аддон работает нормально. О, башка на ретрика или на АДК. Так, перчи. Надо кому-то это санина. Там, если кто не понимает с аддоном, как пользоваться, значит, у каждой шмотки есть стоимость. Все в DC написано там. В каком инсте, какая стоимость у шмота. 100% нажимаете, получаете по полной стоимости. 50, половина, ну и 10, соответственно, это 10. То есть, и кто 100 нажимает, он заберет шмот вперед, чем те остальные, кто 50 и 10 нажимают. Вот, и, соответственно, еще если я в чем-то не уверен, у кого какой спек, я спрашиваю, там, какой спек, 3, 4, 5, там, и так далее. Бывают нюансы там. Вот. Сейчас вот это ушастику надо. Вот 100% это 100 ГП. Шмот тут стоит. Шапка обоссанная. Надо кому-то. Что за шапка? Это на распыл. А, посох охеренный, конечно. Посох. ТТГ лучше. Да у меня с Аниксией, блядь, и они глючные, оказывается. И на форум писал, они вообще не реагируют, это администрация. Нажми за 10. Деньги платишь, остальные... Да, за 10, ностальгия нажал. Он за сотку нажал. Так 4 раза там тему про эти посохи создавал, и они игнорируют просто. Да не режь ему сотку, я бы все равно ему уступил, если так можно. Да забей, сброс 25%. ИП сгорает каждую неделю. Две яшмы, я понял. Неплохо. Пидерсия, блядь. А я, короче, здесь ходил, ну, бабычку, короче, с пугами. Ну, типок выигрывает такой мешочек. Такой говорит, сейчас я, говорит, два достану красненьких. Хуяк достает. Достану. Просто на пятак нахуй сразу. Так хули там 1-6, блядь. Так. Токены забрали, да? Ну, ИПГП там, у кого выше, у кого больше ИП, он и забрал.
Бля, все 4 токена надо нафармил, бля. РБК в кошмарах снится. Через РБК это пиздец боль, блядь. Ты чё, бля? Мне ещё портило нормально так. За монетки и за всю хуйню. Это ж, блядь, самоубийство, нахуй. 4 Т4 260-го, блядь, так и сойти. Я, блядь, на око... Не за робота 3 кусок. Курска, ну и чё вы сейчас рвись с Вадиконом? С этой триней? С властью? Нет? У меня власть героическая есть. Не знаю, тестить? Нет. Я что-то потестил ДПС на 300, по-моему, на столбе больше. Или мне показалось. Кстати, Краслава, ну чё там, Нуба вчера убили? Не, нахуй, ты чё. Его убивать надо конкретно сесть, прям собраться пару часов потратить. Чтоб народ раздобрился. Блокер не работает, да? Не работает. Ну, с 1000 жуков он не держит, 2 может. То есть, ну, блокер отпадает. Сейчас нормальный танк нужен, обычный. Куда я лечу, нахуй? ЕП за РП в конце будет, да? Да. Стандартно. Окей. Я там чат особо не читаю. Есть у нас люди, которые чат вообще читают? Так, потихоньку. Вон, вот этого Рейса смотрю, что он там пишет. Вообще нихуя не ясно, но очень интересно. Как не ясно? Ну, что может быть неясного? Ты ПГП не знаешь? Первый раз играешь с этой хуйней? Ты Катина Сумон. Я быстренько отойду, супруги помочь. Где-то 10 назад. Так ничего не поменялось. Убил боссов, получил очки. Заслакал, закосячил что-то. Кто там, сука, дышит в микрофон, нахуй? Заебал, нахуй. Кто это, блядь? Сейчас я буду в дис смотреть. Вырубите, нахуй, активацию, сука, голосом, блядь. Она нужна, когда ты релишь, и тебе нужно одновременно и пиздеть что-то, блядь, и нажимать кнопки на персонажа, блядь. Нахуй у вас она включена, я не понимаю, блядь. Я сейчас уберу, сука, в канале эту хуйню, заебали, блядь. Она же и так вроде убрана, нет? Так, у какой-то роли там, по-моему, доступ есть. А, ну это уже к тебе тогда вопрос. Кому ты там что дал? Да там ныли, блядь. Ой, блядь, активацию хочу, активацию, блядь. Имейте совесть, блядь. Что, получается, дышатель вот этот из офицерского состава? Да кто-то, наверное, блядь, ну. Получается так. Типа, ну, ничего такого нету, ну, блядь. Не знаю, может, вас не нервирует, а меня иногда нервирует. Учиться, видишь, релить никто не хочет эту ответственность на себя брать. А дышать, сука, все хотят, нахуй, в микрофон, блядь. Вон, мобы, короче. Бейте мобов. Есть тут танк? Шам, в начале рейда сказали установить аддоны. У тебя он стоит? Если ты ничего не видел, значит, у тебя его нет. Да, стоит у него. Ну все. Плохо, когда не стоит, но. И хорошо, когда стоит. Интересно, что там у Ксентеку дальнобойщик подъехал уже. А чё там, диспельте с него, ну блядь, столько диспелящих классов, 2 приста могут с диспелить, вот это обновление, блядь, и каз сбивать, типа, КД. Вот еще диспельте. Мобы друг друга захилят, мы их так просто дольше бьем, блядь. Просто привычку сделайте себе нормально, ну, играть, а не так, 1-2-3, 1-2-3. Ушастик, это тут ответственная задача будет 2 моба держать будешь. Так как тебя не превращает этот петух. Кегнер этот. Короче, я заебался с этой хуйней у меня, блядь. Я же в God of War шпилю, блядь. С чем заебался? Короче, ну так-то и вот комп тянет. Вот. И, ну как сказать, видюха прям, ну пиздец, хуярит там. По
под 80, под 90 греется. Ну, нормально, типа, допустимое. Короче. Чем сейчас это нормально? Я тебе так скажу, 80 допустимое. Допустимое. У меня видюха, вот конкретно вот та, которая у меня, она, короче, может до 99 даже греться. У нее. Это недопустимо. Это допустимое. Нет. Ну, она долго у тебя не отъедет просто. Ну, она на такой температуре не ломается, ничего. Ну, типа, да, долго под ней она не, ну, не должна находиться. Это у тебя в бобке такая температура? Нет. Или на тест? Ну, вот сейчас 50. В игре. Короче, 80 она греется, и все это допустимое. Почитайте, откройте табличку, видюх. Вот, ну, 80, да, 80, как бы, но это... 85 это рабочая температура. 85, нет, это рабочая температура, я не спорю. Дальше уже тротлинг. Нет, дальше тротлинг. Я имею в виду, что она у тебя долго не отъедет, она у тебя долго не проживет. Ну да, если, если на такой... Чипа. Это я знаю, но если на такой будет температуре. Но она до 80 точно греется. Вот. И, ну, я ее чищу, там все, этот вентиль. И она нормально играет. Сколько лет видюхи? Термопаста уже поменена там. Ну, сколько лет? Сейчас скажу, с 19-го это получается что, 3 года. А что вообще за видюха? 1050 Ti. У меня тоже такая. Я хочу... Я у вот меня хочу... такая же 40 градусов сейчас. Ну, это у тебя, это... Как он называется? Охлаждение, наверное, получше. У меня немножко... Ну, да, наверное. У меня немножко... Я хуй знает. Ну... Простенькая, да, самая? Водяночку поставил, да? Протобафк можно продлить? Да. Короче, есть нюансы. Ну там. Двух ведь вентиляторная. Одно. Какой чайник тогда, блядь, железный поставь рядом, да, разогревай. Пулю энергию тратит. Лишницы, блядь. Не, одна вентиляторная, они горячие. Так, а я что-то... А, вот у нас еще. Процессор хуй знает. Не обладаю такой информацией. Процессор бы чекнуть, может, где там тротлинг какой-то, братан. Хуй знает. Из-за этого FPS мало. Может быть. Кстати, может. Да не, не. Да у него все нормально, как бы было, если бы я был, то фар запускает. Здесь другое, здесь Cirrus. В данный момент. У меня вот... на AMD больше FPS в 10 раз. Да, ребята, блять, у меня топ-конфиг стоит, нахуй, то проседает до 40 FPS. Но ладно, у тебя плохо настроено. Это самое, мы это когда-нибудь... Это неплохо, это Cirrus такой. Когда-нибудь это все исправим. Значит, Масхон, череп, в черепе танчишь. Так, кто там с танков? Ну, давай, Лингрен, Кроша в кресте. Так, ну, Хулидринг, соответственно, Луну в Луне. Вот, и надо будет Тиакиса, короче, попариться, надо будет позбивать каст. Так. А мне, как ты говорил, двух кого-то держать. Тебе двух оставшихся треугольник и звезду в треугольнике и звезде. Ну там в столб вот этот, там сетка такая стоит, в нее жопой упираешься, чтобы тебя не откинуло. И держишь этих петухов там. Где треугольник просто других танков в овцу превращает, ее не сдиспелить. И в это время убивает весь рейд. Я просто звезду не вижу, где она. Вот где в треугольнике, видишь? Это король. Желтенькая. Звезда, звезда? Это звезда, король. Это король, да. Вот опять звезда. Смотрите, самое главное, с пула никто ничего не бьет, только танки играют. Как только откроется моб, это тоже не значит, что бить надо его. Смотрим в обман, сколько там набрано агро. И уже от этого смотрим, когда можно начинать бить. Вот, и кто откроется, и что делать. Так что, по диспелу. Мне на кроша, как обычно. Кто это? Хулидринг. Хулидринг Луна. Лингрен Кроша. Вот там недалеко, ну там, где это, где откидывать не будет, отведешь или туда, или куда-то другое место. Хорошо. Так, по хилам. Кто с шаманов самый ответственный? Зубраджин, твой щиток на ушастика, Шектор частицу на ушастика. Не люблю тоже за ушастиком, смотри, чтобы вот два моба не сложило. Ну и, соответственно, бидон хилишь, давай кого? Масхона, Рейс. Новый шаман, щит земли держишь на, давай на Лингрене, а Хулидринг там, в принципе, Луна его так не шотнет, остальные побольше бьют. Ну, когда Луна открывается, там так все хилы его будут хилить. Не люблю еще поглядывать за этим, за Хулидрингом.
Ну и все, проверка. Кстати, ты ж поставь кого-нибудь на слепоглаза на сбитие карты. А киса там сбивает. Если не получится сбить, если вдруг промах будет, крещи все три мага, антимагию приготовьте на луну, если вдруг там каст, который когда вот он открывается и закрываться будет. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, открылся кеглер, треугольник. Бьем его. Так, подождите, там агро не набрано, не бейте. Блять, цель поменял, хоть на трое не поеду. Давай, этот, хант напуливай на него, эй, стопни. Стопни, да блять, это... сорвется, он шотнет весь рейд. Давай, этот, берсерк, забирай, он сейчас шотнет. Стопните нахуй. Ну, вы не понимаете, да, русский язык вам? Ну, непонятно, да? Я понял, блядь. Падаем. Красавцы. Билы, блядь. Чёткие, ребята. Вот вы поймите такую вещь простую. Вот вы пришли поиграть, да? Вы вот это хотите видеть в игре? Вот это говно? Я сказал же, стопните. Омуна нет, ну нахуй вы бьете, если вы нихуя не понимаете. Я вас не могу понять, почему. Войт, подожди, я зеркальное это искажение или какое там изображение сделал, у меня агро не набирается в это время. Зеркальное изображение. Ладно, так что это не я переагрил. Ну нет, Равис два раза переагрил, две молнии были по Рависту, просто ты второй по агро был после Рависта. Но это Эя сказал, правильно? Да. Ну, да. Значит, набирается агро, потому что ты топ-2 был в агро. У меня ноль пока. Не, оно серое становится у него. А, ну, может быть, я по цветам не особо, я просто левым глазом так поглядывал. Так, допустим. Тогда и ПС, и Равист. Вот, блять, вот когда, ну... подготавливаешь, там вот говоришь, блять, на пуле будет то-то, то-то. Ну, блять. Ну нету омуна, ну не знаете вы что к чему, блять. Зачем вы вайпаете рейд? Вот вам говоришь, вы не делаете, блять, что вас просят. У вас времени дохуя тут сидеть, я особо не хочу тут долго сидеть. Это все, конечно, весело, интересно, блять. Жрите рыбу. Это метки на мобов ставить не буду, надеюсь, запомнили. Это, ушастик, значит. Как ты агро с пола набираешь? Берсу. Улучшенное увечье вкачай потом. У тебя ротация должна быть увечья, 2000 увечья, а не увечья, 3000 увечья. Именно, сразу с пола не прожимай. Ну, я сначала агро, они ко мне подходят оба, я потом... Да, потом, убираю. Когда активируется, если, ну, как босс, который тогда, если твой босс активируется. Хант, у тебя что с напулом? Напул у меня, давал? Короче, напул в таргет, да, запомненную цель был Масхон. Я взял этого, блядь, как его? Короче, я взял босса, который был кто там, Тигер. Шектор, дай по шаманам МП5, блядь. Я взял слепоглаза в цели, уже его начали бить, и там другой этот... Седжу тоже. Этот босс бьется миликами тоже. Если кеглер открылся, пошел напуливать его на танка, который его это... Я не помню, что было это? Могу это, короля поддержать могу. Кого? Кто может? Короля. Бурябай. Да зачем? Будь в ДД. Надо. Так, дает счет. Самое главное, не бейте сейчас. Просто стоим, ждем, кто откроется. Крош открылся. Смотрим, сколько там агра. Три тысячи. Семь тысяч. Так, хант напулил? Да. Ты два раза напуливаешь? Один. А, Бурябай, возьми огонь. Если надо, могу два без проблем. Два напуливаю всегда. Окей. Первый раз и второй раз. Пуловое агро очень важное. Дал вторую мысль. Угу. Ну все, смотрим. Да, блин.
Опять Москва. Султан, стопай. Я девочек прожал. В конце, когда моб поменяет таргет, ну, стаунтишь там и все там. Там у него типа баг уже, когда он закрывается. Мастер ауру. А, захилили уже так. Все, забирай. Забирай, ну забирай. Бля, ну ты что там? А подойдет. Он не подойдет, подойдет уже. Он не подойдет. Он подойдет, когда откроется. Не забывай, когда он закрывается, надо забирать. Чтобы он вот так не стоял. Шастика не проебите, говорю. Кого я там назначал? Рейс фейс, нихуя маны половину уже проебал. Сколько у тебя хасты рейс? 1800? Лёха, дай каплю. 1300 даже. Видать, гир слабенький. Ась. Ну, я тебе залил. Равист по бидону залей. И пока хватит. Вот этот каст сбивает. Все, нормально сбили. Это самый главный каст, он к вайпу приводит. Все, сейчас стопаем. Тоже стаунтишь. Босс сменит цель. Все, лок открылся. Выбираем этот Геру Дэм. Бурябай, ну как? Собаки. Я не понимаю, где вы там стоите? Я до вас считаю, где сон снимал. У кого там активация включена? Кто там? Декурс. А маздиспел какой-то можно? Нет. Маздикурс нету такого. Ой, привет. Здорово. Какой рейдж будет? Это в субботу или воскресенье? Ну, ГМХРБ, ТГ, да. Да, да. Ну, чтобы дважды ЕП не получать, мы тогда придем. Да, да, хорошо. Ну, тут все так и будут. Получать... Для поглаз активен. Получают только те, кто не может в субботу сегодня. А заебёшь ты, а? В принципе... Нет, там чисто кто-то предел. В принципе, таких нет. Ну, я понял. Так. Это все баг с агрос. Жалко, конечно, что такой баг беспонтовый. А чё? Бурибай, набрось сальву на Troll D. Он поскидывает. Сальва, длань спасения, снижение агро, которое. О, нормально. О, успеем добить, нормально. Так, ну давай Вадикон по Шектору. Ностальгия по не люблю. У меня КД. А, ну ладно. Так, Крош открылся, отводи его быстрее. Все, бьем Кроша. Гиглера забери. Я чисто короля заберу. А что забрал? А что случилось? Ну, он освободился. А что, ты из формы медведя вышел? Я что не понимаю, что за хуйня? Нет, ничего не вышел. Бил, потом раз, мне убежали они. А, просто паладин стаунтил, да, я так понял? Да, да, да. Только почему-то двоих как-то. Не дело. Блидринг, ты масуха, не агри. Не дело никогда так, мы сейчас смогли все упасть. Он шаман, если к лицом к рейду провернут, он убивает. Вот это у него масуха есть на весь рейд. Я? Не ты. Ушатастик неправильно? Нет. А, понятно, понятно. Это как в Ульдуаре мобы, вот эти каменные есть, которые по два? Ама. Масхона, масхона захилить. На что, Эма, на что именно? Закрылся, да? Ну, это Олма бьем, добиваем. Фулл ДПС уже. Декурс. Тотемы, конечно, вы поставили. Ну ладно, пох. С таким количеством друидов поебать. Ну тотем, так, на будущее, как бы. Тотем надо юзать с гимном на ману. Он, а гим что дает?
увеличение маны на 20%. А, увеличение маны? Ну, полностью, ну, полностью маны, количество пула маны. Вот. А, понял. Тотем он резает в процентах от имеющегося. То есть, допустим, у тебя 10 тысяч интеллекта. Я знаю, что тотем делает. Ну вот. Он я больше... не знал, что у приста делает. Вот он... Гимн на ману дает ХП. Не-не-не, гимн на ману дает ману. Он, да резает, он резает ману, но вот линканите кто-то, знаете. И запас маны увеличивает, и ману резает. Линканите гимн, я прочитаю, чтобы для общеобразовательности. Не, я что-то все время думал, что гимн на ману дает ХП, а гимн на ХП дает ману. Нет, нет. Гимн на ману увеличивает количество МП и дорезает его там. Бедон пишет, что его здесь выкинул. Ну ничего страшного. Вот смотрите, гимн надежды. Вот 3% маны у трех участников группы или рейда раз в 1.36 секунд в течение 5.43 секунды. И повышает их максимальный запас маны на 20% на 8 секунд. Эффект срабатывает до 12 раз. То есть 4 тика по трем людям, у кого меньше всего маны, происходит за вот эти 6 секунд, что он читает их. Не, ну это все правильно, я понял теперь. Я-то не, думал, там... он просто восстанавливает. А если он увеличивает запас мана, то да, тогда лучше вместе юзать. Да, вот он увеличивает, и их обязательно вместе надо юзать. По-другому, потому что, ну, типа, сейчас маны, видишь, хватает, но будут рейды, когда и бой долгий, и хп у боссов дохуя, и это обязательная хуйня. И исчадие тоже под гимном только юзается. Да, исчадие под гимном. Но тоже больше регенит, когда под гимном. Ну тоже, опять же, тут разные ситуации бывают. Бывают ситуации, когда ты первое, ну если на шипешнике, допустим, первое юзаешь так, да там даже и второе можно юзать. Ни разу под гимном не сдавал. Под, гим, под гимном? Она намного, она намного больше регенит. Больше регенит, да, потому что оно как регенит. Он ШП. Да без разницы. И шипешнику ШП тоже больше зарегенит. Тем больше зарегенит. Либо ты спалишь, если гимн кто-то другой даст. Но опять же, на тебя должен баф повешаться. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Пиздец, ну, я просто лучшие игры не знаю. Ну, Ведьмак 3, конечно, топ игра, но это ну, на уровне. Кстати, 14 декабря обновление будет на него. А что за обновление? А, короче, трассировку лучей добавят, графику улучшат и все такое прочее. Я не графодрочер, блядь. Ну, короче, все, нет, для 1050 тебя. Лучше бы дополнение какое-то да добавили. Вот, и я задался вопросом, значит, какую видюху покупать? Ну, такую, чтобы она и надежная была. Вот, и получше моей. Именно видеокарту? А какой у тебя проц, самое главное знать? Нет, проц... Тогда подскажем. Такой же вопрос, Лёха. Чё? Какую видюху взять? Ну, проц, скажи мне, какой у тебя. Ryzen 3. Ryzen 3, а дальше? Сейчас надо глянуть. Вадикон вместе с Акисой. Нету, да? Приятно здесь это урон увеличенный, поэтому бам-бам по этим идет, ну заебись прям. Короче, въебал сложность самую легкую, ну типа, и сижу там на чили. А ты, кстати, Horizon Zero Dawn играл? Как-то запускал давно-давно. Что-то... Тоже прикольная, ну, красивая игра, да. Вообще красивая и сюжетка хорошая. Она красивая, но что-то я, ну, как сказать, не влился. Не разобрался. Не, я... Если что, мы еще не умерли только что.
Немножко не, ну, как сказать, немножко не по духу. Во-первых, баба герой, блядь. Во-вторых, блядь, не знаю, сама тема с роботами и будущим, и вот этими роботами-динозаврами, пиздец, мне накаляет. Ну, это не агрите. Сакрили уже, да? Нет, еще. Сейчас это самое раскину. Печати не ролик, да, новичкам? Ну, ЕП, если есть, блядь, роль, нахуй, ну... Да так... откуда он у меня первый раз пошел? Он там 10 человек ролит. 50, Леха, ты уже офф. Ryzen 3 Pro 3.2. Vega Graphics. А, понял. 4 ядра. Да. Некромантик, да, поздравляю. Минки, а 4 берите вон 3060, либо 3060 Ti. Не, там смысла нету, там видюха мощнее будет. Кто две печеньки лутает? Некромантика вторую уже забирали сегодня. Не знаю, не видел, а кто. Да, вторую. Да? Не, ну если ИП хватает, то почему бы и нет? Так я-то, блядь, месяц хожу, нахуй, я только забрал целка за остатки, блядь, жизни. Все мои растраты за месяц. Не, ну все правильно, сколько есть, столько и лутаешь. У тебя чего-то не апнутый? А, 3200, да, говоришь? Хоть. У меня... Да. У меня на мишку. Понятно. Ну хули танчить-то приходится, блядь. Синдром друида. У тебя так медведь мощный вроде. Да не, блядь, хуйня. Синдром друида, блядь, сука. Так, это что, шаль? Ностальгия 10%. Сейчас, блядь, секунду. Если у него приор будет меньше, он нажал сотку, конечно, он будет уродить. А ты будешь потом. Чего? Сейчас, секунду. А там буреба пишет. Так что сотку жми. Тут ртов полно на печеньку. А печеньку ты заберешь только за сотку. Да, а ты не заберешь ее за 50. Ну, полная стоимость печенек 200 гп. Ну, типа, ни в одной гильдии такого нету. Вот это же хорошая на танка будет. Да, хорошая. Если у него ГП, ну ЕП будет, ну, приор у него будет ниже, чем у тебя, но ты нажал 50, он сотку, он заберет, потому что он сотку нажал. Понял? Побежали. Че, мне в танка здесь тоже? Да, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, кто будет под ебалом стоять, кто будет руки закрывать. Так, Масхон, ты танчил, по-моему, эту хуйню или нет? У меня что-то не помню. Ну ты был, да, когда я танчил? Да, я руки закрывал. Ага, ну все, там не сложно. О, здесь даже выглядит по-другому, нифига себе. Этот хрен на Дреноре же, да, так видели? А чё такое? Падаем и нас срезаем. Умираем, да. Ну, чтобы трэш не бить. Сильно не растягивайтесь там далеко, вот здесь дохли, не бегайте там, вот эту хуйню не устраивайте беготню, блять, он все равно вас ебанет. Помирайте быстрее, наоборот, блять, чтобы мобы не бегали. Вот, все, и сведились. Все, вставайте. Это, ну, в смысле, не вставайте, лок резать. Где лок? Так, сейчас я пока посмотрю, что делать. Так, значит, ебать. Ну хули дринк в ретрика. Руки закрывать пойдут. Желе. Так. Пойдет ушастик. Так, водик он подъебало. И пойдет. Али стресса, ёпта, блядь. Один тут остался. И пойдет Лингрен. Ровист подъебало. Ровист водик он подъебало. Так, ну остальные там. Первая, вторая пати под лицом стоите 10 человек. Вихрь, ты был тут? Вихрь, жму. Шаришь под ебалом стоять? Ага. Ну, все джинки. Почему вы лока не рисуете? Лока ресните, он поставит шкаф, блядь. Просто если резать всех 25, сейчас долго, блядь. Шкаф поставят, несколько человек присумонится.
слот в СТГ. Фир 3 доты. А ты в ДИСе? Фулл страты знаю, даю 20. Ага, фир 3 доты. Так. Недавно, да, в ГИБ появился? 266. Тебе какая-то чарка нужна? Все чарки? Слушай, ну там вопрос в том, какие нашим локам нужны чарки, которых я в ЦЛК видел. Там по консулу идет. ИП заинст есть, но по консулу идет. Я тебя пока в Гере не видел. В Геру пойдешь. Я уже буду думать. Ну а так, если какая-то чарка выпадет, у нашего лока, допустим, одна есть, вторую нет, то я ему отдам. Если ты не против, а так, ну можешь пойти. Еще в субботу будет ТТГ тоже. Если субботу не можешь, может пойдешь сегодня. Ну, все посмотрим. Главное, что приедет сильный был. Так, ставлю рыбу. Сейчас посмотрим, это закроем и посмотрим на сборе. Где Лингрен? Руки закрывают Лингрен с ушастиком. Бегаешь там, говоришь лево-право. Метки ставить не буду, сами разберетесь, думаю, не тупые. Три мага с блинками есть. Нормально должно быть. Так, под ебалом первая, вторая пати. Не забывайте. Все там были. Ностальгия, Акиса, нормально. Седжу. Были все под ебалом. Седжу же ложный выпад каждый раз под... Да, я в курсе. Так, первая, вторая пати. Вот вам крестик. Масхон, иди сюда. Лёха, прото. Да, чё за руки? Чё делать? Масхон сейчас танчит? Увидишь. Грула. Да, масхон танчит. Прябавик, кулак. Вот я квадрат поставил. Босса, смотри, будешь пулить. Значит, вот отсюда примерно. Вот отсюда спуливаешь. И идешь, получается, сюда. И потом уже в квадрат. То есть так бы ПГ. Чтобы он вот так вот примерно от кружка на квадрат смотрел. Понял, да? Значит, это самое. Самое главное, смотрите, вот все, кто первая, вторая пати, смотрите на количество энергии у босса. Если вдруг что-то не так, если кто-то сдохнет. Кстати, некромантика, ты это бесов убрал там из демона, спекнулся? Да, в детстве спекнулся. Вот, смотрите, если вдруг ярость сотка, на сотке ярости он будет всегда адский удар давать. Адский удар — это хуйня такая, фронталка, 40 тысяч урона наносит. И еще по всему рейду доту огненную вешает. Дота захиливается, ну а 40 тысяч — это, ну, людей шотает. Почему 10 человек должны стоять? Потому что оглушительный тут, ну, мощный удар должен по 10 людям приходить. Если будет вдруг хотя бы на одного меньше, то он автоматом сразу сотку накапливает и будет кастовать адский удар. То есть, ну, соответственно, после каждого адского он еще усиливает огненный урон. То есть, ну, босс просто пошотает рейд. Поэтому, ну, ярость у него так потихоньку копится. Еще от печки 40 ярости резается. Если печка, видите, огненная дота на боссе. Печка, которая под лицом босса стоит. Вот, после нее будет 40. И, ну, соответственно, надо думать. Поэтому, дать проверку. Так, подожди. Лево-право, что делать-то? Ты говорил, руки какие-то. Короче. Я тебе скажу. Сейчас все увидишь. Вот смотри, Лингрен, звездочка. И ты, кружок. Вот смотрим, ты смотри, как он делает, и так же повторяй. То есть в одну руку, одна рука, когда схлопывается, она задевает только одного человека, даже если там 10 встанут. Главное, чтобы один кто-то не отходил. Так что имейте в виду, если рука хлопнет и там никого нет, то рейд весь сдохнет. Так, все готовы. Я за паладином буду бегать. Вдвоем туда. За мной бегать не надо. Вдвоем подходить не надо. То есть он встал, видишь, стоит. Хлопнулись, потом ты следующий. Ладно, все сейчас разберется. Угу. Все, блядь. Хорошо. Он танк, он каждый должен же хлопать руки. Танк каждый, да. Не должен, а может. А должен — это такая ситуативная хуйня. Бывает, добежать нельзя. Ну, не успеет. А Геру сразу. Вот. Шастик, чуть-чуть левее встань. В рейд не иди, чуть-чуть левее меня. Еще левее. Вот так. Ты, кстати говоря, чтобы быстрее добираться до руки, можешь в форме кота бежать. Но когда до руки добежал, уже в форме... Вот, между рук встань. Вот рука появилась. Даник. Чё, не закрыли? Я закрыл. Ага. И чё, вот, теперь? Понял, да? Вот так вот будешь стоять, короче, каждую руку. А, и все? Да. Нихуя сложного. Ой, бля. Ротация долбоёба, блядь. Сейчас руки будут.
Он рука в это, в бок маги. Побежал, побежал в дальний вот эту. Все, молодцы, закрыли. Маги, посматривайте вот эту вот лево-право. Сейчас пока огня еще справа нету, на левую вот эту дощечку посматривайте. Короче, ушастик, ты ближе себе, который закрываешь. Я понял, понял. Тебе. Я понял, чтоб нам проще. Да. Вы... Опа, ложимся. Диван кому-то дайте. Ходим. Вагон. Рога обратно. Не зайдите, попробуем. Зайдите в вагон, чтобы быстрее было. Так, кто это был? Седжо. В смысле, я перед адским выбежал, когда 90 с лишним раги было. Отходи, снимай. Ну, мне сказали, что ты выбежал на этот, как он называется? На этот, который делит. На ошеломляющий, да. Когда ты выбежал? Когда 90 с лишним раги было, алё. 90 не надо выбегать. Там 91, может быть 96, 92, 93, они потихоньку набавлялись. Слушать надо РЛа, когда он скажет, выбежали. Ну смотри, на нем есть адский. Это означает, что он получил адский. Наверное, был этот, как он называется? Под ебалом стоял, под... Ну, я не знаю, почему 9000, дать абсорб ушел. Адский УЗВ это уже дота. Ну, адский удар получил. Я всегда так выходил, и ни разу такого не было, что из-за меня. Я объяснял, что если 10 человек стоят под лицом... Стойте нам. Если 10 человек не стоят под лицом, он сразу адский начинает кастовать. Вот сейчас так и было. Ты выбегал бить за спину, правильно я понял? Да. Не выбегай. 90, на 92 раги я побежал за спину. Никогда не выбегай без команды. Стоишь в ебале и бьешь там. Вот и все. Ну, короче, у ДПС получается. Боссу накрутил ДПС. Вам скажут, когда выбегать, тыкать на суман. Ну, просто ты можешь поздно сказать, типа, и все. Ну, он не может поздно сказать. Может поздно сказать. Но сейчас никто не сказал, и все умерли. Вот именно, просто сейчас никакой команды не было. Ну потому что рано ты побежал. Так еще тебе не надо было. Тебе не мы надо должны было. Были 93-й ловить в 10-ром, а мы поймали его в 9-ром, поэтому да. Он дал ад после этого. Короче, ну, без самодеятельности. Не делайте, вас ну не просят там делать что-то. Стойте в морде до тех пор, пока я не скажу выбегать. Так, а чем все хрумкают? Как будто рыбы нет? Кто-то ест. Ну что, вокруг хрумкают, а рыбы нету. Мак же ставил столик. Почти чавкают, все сидят вокруг. Костя. Holy drink. Идите под лицо. Первая, вторая пати. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. На пол у него хорошенько дайте. Гера. Руки сейчас будут.
Руки. Под боссом справа. Отлично. Вот сейчас смотри, сейчас все стоят под лицом. Ждем. Значит, еще два удара. Сейчас будет один удар, еще один после этого. Вот стоим, все 10 там под лицом. И после следующего, вот следующий. Под боссом. Далеко 7 надо что-то. Нет, тебе не надо туда. Вот после. После вот этого удара уходите за спину. ДК на следующий удар. Приготовь, чтобы сила рун была на незыбку. Готовься. Так, готовься. Из-под ебала все уходят, то один только ДК танк там стоит сейчас. Нажимай незыбку. Незыбку, незыбку, ну быстрее. Руки, руки, под боссом, слева. Блядь, дебилы, блядь. Муравис, вставай быстрее. Вставай. Ой, быстрее, блядь, под ебало в милика, два. Сколько сейчас? 10, отлично, резай бигдема. Я сбежал. Чи, сука. Бигдем бомж, ревист бомж, два бомжа, блядь. Ну рез я бигдема. Я резнул. Окей. Десятый есть там под ебалом, мне интересно? Шектор, да, стоит? Все. Угу. Под боссом руки. Бафы даем по ним. Руки под боссом не закрыли. Ушастик, шелфира резай. Чё там с печкой? Чё-то печки нету. Чё за хуйня? Окей. Под боссом. Танка под убила. Боссом. Понятно. Всё, можно падать. Сука, бомжи, блядь. Вот, блядь. Бигдем, ты тут? Мне объясните, какого хуя? Адский. Равист зашел по-датски. Бигдем не вышел от шеломляющего, блядь. Под мили еще не закрыли руку. Туда вроде прям кто-то уверенно в нее бежал. И выбежал потом, да? Ну, по всей видимости, значит, выбежал. И просто видел, что тот туда рванул под жопу. Ну, Шектор, наверное, был КД. У меня тоже было 3 секунды КД. Там 3 человека обычно. Блять, Биг Дэм, ты чё, серьезно что? Блин, жена что-то зовет. Есть минута отойти? Да, быстрее. Что может быть непонятного? Вот 96 ярости, на 97-й он кастует этот ошеломляющий удар в одного танка. Он продает незыбку, и 9 человек стоят за спиной. После этого он кастует адский в него, и только после адского вы подходите. Равис подошел на адский, Бигдем не вышел от ошеломляющего. Или вышел и зашел в ошеломляющий, нахуй. Ну по рекаунту у тебя урон есть полученный? Есть, все, блядь. ГЦ, блядь. Никаких вопросов не должно быть. Вы думаете, ну прикольно здесь сидеть в этом инсте? Да. А кто хочет
Я вот тут сидеть не хочу, блядь. Ну, если, ну, не лутать, так тут печеньки падают, две штуки, блядь. Людям нужны эти печеньки. Тут 10 человек ролят. От того, что исполняете хуйню, мы просто сидим вместо того, чтобы лутануть и пойти в ТТГ. Почему нельзя нормально сделать все? Почему надо, ну, жертвовать вот этим всем нормальным настроением людей? Жрите рыбу быстрее. Первая, вторая пати. Танк стоит под ебалом. Не отходит никуда. Все остальные 9 человек по команде вышли, по команде вернулись. Если не понимаете, когда что, слушаем. Равист хуйню исполнил, Биг Дэм хуйню исполнил. Пиздец, не ожидал вообще, блять. Ой, дай лапку. А мне, кстати, реги кончились. Спасибо. Сейчас куплю. То-то я думаю, такую руку закрываю, бах, смотрю, ревностный сработал, не понял. Сингатова, а это просто руку не закрываю. Даю отчет. Я даже, блядь, припот выпил на этом пуле, а вы, блядь, вайпнулись. Руки. О, в печке. Справа. Так, когда руки появляются, где люди стоят, туда бежать не надо, да? Ну, где люди стоят, да, не надо бежать. Твоя сторона примерно слева, назад. Я понял. Вот смотрите, печка сейчас плюс... Под боссом справа. Девяносто. Вот еще два удара ждем. Третий удар он будет ловить сам, потому что там и печка плюс 40 вешается в этот момент. Руки. Три руки готовимся. Сейчас один удар. Troll Death Dog, блядь. После этого удара уходите за спину. Все, идите за спину. Ждем, пока пройдет ошеломляющий янский по танку. Танк, готовься. А когда ошеломляющий будет кастоваться, отдашь незыбку. Если не отдашь, ты сдохнешь. Давай незыбку. Сейчас адский еще будет пути. Руки под боссом. Вот теперь возвращаемся под ебало. Первая, вторая патч. Тролл Д, блять. Если у тебя хрупкость и дебаф, ну стой, ты не заходи. Или глыбу отдавай. Вот когда все правильно делаете, вот так происходит. То есть, ну, снова ярость с нуля копится у босса. Закройте слева руки. Под... Закрываю. Стой там, я с другой стороны встану. Где не бежать. Кстати, а под тучкой можно зайти и закрыть вторые руки? Да. Печки долго нету. Где печка? Умер Седжо. Ностальгия. Под боссом руки. Нам замените, я так понял, десятый нужен. Сейчас я подойду. Мага или рогу есть? Рогу. Все, я вышел. Блять, на боссе 70 ярости. Все, это фулбаф по Седжу. Сейчас защиту его. Руки слева от босса. Закрою.
Значит, смотрите, когда печка на босса повешается. Ты, кстати, Масхон, когда печка огненная сверху идет, ты босса пошевели право-лево, чтобы он словил ее. Все, это. Уходите за спину. Уходите за спину. Первая, вторая пати. Следующий будешь сам ловить. Зубы приготовь, не люблю на него. И массакру будет шектор давать. Давайте зубы по нему. Шектор массакру. Фул прожимки отдавай. Сейчас стоим еще. Сейчас адский пройдет по нему. Все, теперь, теперь первая, вторая возвращаемся. По поводу шевелить печки я не понял. У тебя ДБМ есть? Там, там вот есть такая полоска, печь неактивна написано. Видишь? А, нет, к сожалению, я без ДБМ играю. А, надо будет поставить тебе потом. Вот смотри. Так. Сейчас обязательно защитуй всех ДЦшник. Первую, вторую. Прожимки первая, вторая приготовьте. Вот сейчас огонь пойдет. Вот, пошевели босса право-лево. Все, хватит. Не словил в итоге он печку. Ну печка, он ее не словил. Урон, он не словил эту хуйню. Ебать, я не знаю какой будет. Давай не зыбку. Нету. Вот, минус один уже. Короче, убегайте за спину. Не зыбка есть у тебя? За спину убегайте, кроме танка все. Нету куда. Ну, я не знаю, давай зубы, каплю по нему, всю хуйню. Все, минус, блядь. Блядь, ебаный в рот, нахуй. Сейчас получается причина во мне, да, что я слишком ватный, из-за этого упал. Упали. Нет. Груль слишком сильный. Тебе надо открыть приключения, Масхон, открыть груля и прочитать, что там написано на обожженная плоть, или как там называется. Открывай и читай. Сейчас я релогнусь. Меня забагло, сейчас я линкану. Да ебаный в рот, блять. Не в Дисе это вообще интересно, нахуй. Не повторяйте то, что Биг Дэм делает. Так, ну, так нельзя делать. Есть боссы, на которых, блять, надо слушать, что делать. Право, лево бежать. Вы если не в Дисе, вы хуй когда услышите это. Масхон, тебе надо здесь знать одну вещь. Ты когда стоишь, каждый удар, когда наносится, на боссе копятся стаки. Если 10 человек, то 10 стаков. С каждыми стаками, которые босс получает, он увеличивает физурон свой. Если физурон он будет увеличивать, то есть 10 стаков, 20 стаков прохиливается, на 30 стаков уже больше пол хп снимает. 40 стак уже люди шотаются. Вот потому что... Был, там, что-то 38 что ли. Потому что ошеломляющий удар это физурон, он делится между вами 10. Чтобы эти стаки скинуть, каждый... Сколько там? 30-40 секунд появляется огонь из печки, под который босс танчится.
если вдруг огонь не вешается по какой-то причине, босса надо пошевелить, право-лево побегать. Ты должен убедиться, что этот огненный дебаф повешался на босса. Если он не повешался, то это пиздец. Понял, Масхон, ты тут? Масхон, прием. Да, примерно понял. Вот эта хуйня поток пламени называется. Это идет хуйня в босса. Вот написано. Открывай описание, читай. Раскаленная печь охлаждается, извергая поток пламени из решетки перед собой в течение 8 секунд, поджигающий любого в зоне своего действия. Подожженный противник горит, получает 4000 урона огня раз в 1 секунду и вызывает эффект обожженная плоть после того, как погаснет. Если груль находится в зоне поражения, то он теряет все накопленные заряды неистовства грула, но его показатель ярости увеличивается на 40. Обожженная плоть. Ваша плоть все еще покрыта ожогами после воздействия пищи. Получаем урон увеличен на 100%. Это для тех заметочка, что когда эта дотка заканчивается на боссе, идет вот эта обожженная плоть. Рыбу жрите. Давай, блядь, сейчас каждый огонь будешь смотреть. Потому что ты не шевелился, стоял, босс дебаф не получил и пошел 30-й, 40-й стак. Долго сидим здесь на груле, мы столько тут не должны находиться. Эй, я нету. Эй, а ты здесь? Ну так нажимайте, да, блять, я для чего чекаю. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вот с пула видел, он уже этот баф получил. И сейчас 40 ярости у него накопилось. Понял, да? Ты увидел, где баф на нем отображается этот? На боссе, Масхон. Тебе это критически важно знать. Увидел, нет? Okay. Ты сейчас видел с пула? Да, увидел. Левые руки возле босса. Кто-то, что-то. У меня, кстати, ДБМ забагался, но я сейчас буду смотреть по анимации. В центре закройте. Вот он, баф на него повешался, ты видишь его? Поток пламени видел, нет? Прием. Ну да, я его пошевелил только что из-за этого. Все. Каждый раз, когда огонь, шевели. Ну не знаю, там неудобно камеры, конечно, смотреть, но тебе надо знать, когда огонь вот этот. 93 рай. Пока что стоим под ебалом. Этот и еще следующий удар. Окей. Так, уходим за спину. На следующий удар Масхона на фулл хильте у тебя должна быть незыбка. Вот на следующий ошеломляющий. Вот. Сейчас он будет кастовать. Давай незыбку. И после него он сразу даст адский. Пока что стоим, ждем. Вот сейчас даст адский. Закройте стрелу. Вот адский. Бегу. Все, возвращаемся под ебало. Все, дальше с единички все начинается.
Так, печку я не вижу, там когда дуть она будет. Есть у кого-то таймер, у кого вот этот 5 печь? Секунд. Ага. А, не-не-не. Тебе говорить, когда активно или неактивно? 10 секунд до печки. Типа, когда таймер неактивно заканчивается, то она... Выбей, пожалуйста. Печь неактивна 3 секунды. Вот, скоро будет, готовься, Москва. Вот огонь пошел, пошевели его. Вот, словил, все, молодец. Вот это основная твоя задача. Вот, теперь ты получил квалификацию. Ну и следующая там где-то после 90. Руки. Под боссом. Так, что там до печки? Печка 7 секунд. Ага. 3. Так. Под боссом руки. Так, после следующего... 97, да. После следующего удара, после этого, уходите за спину. Все, идите за спину. Готовь зубы на него, если вдруг будет ошеломляющий. Если будет адский, то не надо. Панцирь эти магические готовь. Панцирь давай. Не успел. Подъебало быстрее, возвращаемся. 10 человек. Руки. Успели, хорошо. Печка 7 секунд. 3. Вот как будет эта печка, там пошевелишь. Печка. Пока не показывает огонь, ничего не вижу анимации. Уже обожгли. А, обожгли, да? А, ну все. Под боссом руки. Если что, не зыбка есть. Ага, хорошо. Что там до печки? 5 секунд. Он скоро будет. Одна там, секунда. В принципе, там до... Вот, пошевели. Ага, все, словил. Все, сейчас будет что, 93, 94 будет. Ну и в принципе добьем. 4 ляма успеваем. Кто там замена? Заходите, если в дисе. Сейчас пока разролю. Так, на замену покидает пати. Хулидринк, у тебя ассист есть. Покидаешь пати, там кто на замену будет прессовать. Так, сейчас я еще в дисе напишу. Можно портал. Куда он? Посидеть. Аваран. Так. А, ты имеешь в виду, кто плюсовать будет? Ну, конечно, на замене кто сидел. Ну я же не буду точно каждого искать там, блядь, не считать. Я понял. Ну не плюсанет сразу... никто, значит никто и не получит. Значит, сразу не подумал, ты меня на замену хочешь кинуть. Не. Чтоб ты эмпати дал просто. Так, буря. Понял. Эй, хулидринк вам не надо, что ли? Нет, у меня фул печеньки. Мне одна печенька надо. Т-4-3. Последняя. А я в следующий раз заберу. Одной хватит. Так, это параша на распыл. Вы все протонулись куда-то. О, шея неплохая на хила. Ну, либо на кастер. На кастера. Кастера, либо на хэпала.
Так, Бурибай, так как у тебя на офф, шаману закидываю. Бля, аж на вспотел, пока руки закрывал. Так жестко было. Так больше не делай. Ну, конечно. Не люблю щиты. Блять, куда ты портнулся? Тебе щит хотел отдать, блядь. Не люблю щиты, надя. Я не люблю щиты, зачем нам щит? Как трофей. Я так не подушнила, блядь. Чисто как трофей. Чисто троллинг от Войда. Смотреть сегодня, учиться, ведь ничего не понял. Видеть гейзеры. Это самое. Я понял, на замене никого не было. Хорошо. Все понятно. Никто не хотел ЕПшку, но. А, я же долбоёб, вы меня не слушаете, блядь. Я забыл. Вы же. Там же те, кто в субботу пройдут. На субботу, отправил. Да, 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 точно. Теперь ТТГ. Вдруг надо будет кого-то взять, кто нужен в ТТГ. Так, ТТГ. А я, кстати, не видел, ты добавлял за приход? Нет, за приход не давал. Нет. Он за вклад давал. Так. Давайте на тело в винт. Бегу. Пошли ТТГ.